Здравствуйте, глубокоуважаемые любители планетного спорта! С приветом из Африки! Посмотрите, как мы тут тихо набираем. Сейчас я протяну на радостях, и будет все хорошо. Мы тут, правда, высоту слили до неприличного масштаба. Оп! Сейчас чуть-чуть протягиваю. Оп! А, как красиво, посмотрите, это выглядит. Есть! Стрелочки лежат. Эт, не соскальзывать. Вот закрылок переставлю. Вон какой чемодан над нами, посмотрите. Вот это он нас засасывает. А еще к чемодану идет пожар. Сейчас я вам покажу пожар. Хорошо тянет. Пам-пара-пам-пара-пам. Вот, крылов пожар показывает, смотрите. И от пожара все тоже в нашу сторону. Тарам-тарам-там. Это наши друзья, африканские фермеры, таким способом очищают поля к следующему году. Такой способ тоже существует. То есть, что не поделаешь. Загрязняем атмосферу, увеличиваем CO2 и прочее. Ну и посмотрите, качество погоды. Громко 5000 сейчас где-то. Можно шпарить дальше, дальше и дальше. Но с учетом того, что мой отважный ученик, вот он, посмотрите, летает всего третий день в жизни. Я думаю, что километров 700 сегодня ему хватит. Мы сейчас только что сделали луч в 200 километров. Сейчас повернем в сторону пустыни Калахари. Вот, вот куда камера показывает, вот туда мы сейчас и полетим. Все эти бураки, места, где нет посадок. Вот. И когда мы, так сказать, вдоволь наколохаемся, то мы домой. Вот, а пока, видите, такой наборчик. Если бы я меньше трындел, я бы набирал быстрее. Но как же иначе, я вас порадую. Ну, уважаемые любители планетного спорта. Полина, может лететь, слетать на дом? Хотя вот все равно хорошее, сейчас отличный набор. Поэтому смысла нет силы менять на мыло. А, что я хотел вам еще показать. Сейчас попробуем показать речку оранжевую. Вот посмотрите, вот она течет. Течет у нас каких-то глубиней. Надо посмотреть по карте откуда. Или туда она течет. Вот, я сейчас ее в противоположную сторону покажу, как она двигается. А, это нет, это какой-то приток течет. Речка вот она пошла оранжевая. Блин, как же дым прет хорошо, а? А пойдемте слетаем на дым, а? Вот, заодно, вот смотрите, город Дуглас, где есть еще один планерный аэродром хороший. А я сейчас решаю слетать туда, куда дым прет. Так чисто поржать. Вот, видите, как страшно. Оп. Ну и смотрим, будет ли лучше здесь. Пока скороподъемность лучше не стала. Видите, вот погонишься за дымом. Погонишься за дымом, а толку-то никакого. Поэтому не будем множить сущности. Будем набирать в том месте, где набирали, возвращаемся. Ну, собственно, это очевидно, это наветренная сторона облака. А дым это уже так. Он какой-то из ядер пришлепливается. Вот, за 7 я, наверное, закончу репортаж, потому что сколько ж можно. Всего вам доброго, уважаемые любители планетного спорта. Ревуар.